Всем привет! Мы за приготовлением борща уйгурско-дунганского, монгольского, казахского, русского. Вообще это, наверное, будет больше сказано солянка, но ингредиенты вы обалдеете. Ну, меня люди-то, азиаты, все понимают. Посмотрите, будем использовать. Голова, ножки коровы, внутренности, кишки. Сейчас я вот промываю, здесь вот выворачиваю кишочки, промываю. Будьте с нами, не забывайте. Оставайтесь на линии. Что получится, какая вкуснятина, увидите. Я заложил вот голова, ноги, сплел кишки косичкой. Сейчас вот закладываю требуху, свободно образовавшуюся. Посмотрите. Изыск полнейший. Еда. Еда приготовлена с любовью, сердцем и душой. Это идет во благо, на здравие. Будьте с нами. К этим красным ракам. Слушайте, это Хэллоуин скоро же, да? Черт, 40 красный. Дней еще. На, это ему покушать. Дадим травки. Берем ведерочко. Набираем родниковой водички. Родниковая здесь не прет, не канает. Сегодня у нас свадьба. Целый казан готовим. Придут в гости я, жена моя, Радомир. И все. И вся свадьба. И все съедим. Я еще Камал. Так, этот, я уже сказал, мы принимаем эти заказы на корпоративы. Без проблем, звоните, выезжаем со своей бригадой, со своим инструментом, со всем, что. У меня газель скоро будет оборудована, приезжайте. Но, сами знаете, капиндосы нормальные будут, эксклюзивно. Давайте. Запуливаем водицы. Рожки поплыли. Рога плавают. Сейчас еще мы, наверное, соли забабахаем. Поджигай, Абдулла. Врубили. Посмотрите, наш бас, кишочки. Мы берем пеночку, аккуратненько так, раз, хоп, травку, как в последний путь проводили. Так, солим мы на глаз тебе, говорю. Расплаты. Вы видите, за это видео я уже третью футболку меняю. Они бэушные, так чуть-чуть старенькие, но тем не менее. Все, что есть. Конку. О! Достаем бас. Я еще раз говорю. Его главное не переварить, ничего. Подается уважаемому гостю. Так, ну а теперь у нас кишочки тоже подошли. Ой.
все на медленном огне. Главное, не отключайтесь, посмотрите, кто-то скажет кишки там это, посмотрите, что получится в итоге. Борща захотелось мне. Вот так вот и корову целиком съедаем, без остатка. Я чищу овощи. Морковочка, редька, капустка. Огурчики. Вот получилось какое великолепное. Будьте с нами. Наш бас кишки чуть-чуть вот это остыли. И вот свежее мясо нужно обязательно берем, делаем нарезку. Вот что мы имеем. Заготовочка. Нарезали мясо. Это ножки. Это голова. Требуха. Кишочки. А это самый главный ингредиент борща. Капуста. Мну чеснок. Шарах. Накаляем казан. Сколько плюхаем грамм? 200 масла. Запускаю чесночок в раскаленное маслице. Запуливаем вот одновременно мясо и ножки. Даем обжарку. Следом отправляем морковку. У нас аниматор вернулся. Следом редисочка. В борще редисочка. Редька. А, редька, то есть. Я вот на Украину, вот хоть бы кто-нибудь пригласил, как бы в гости поехать. Нормального борща. Научите борщ варить. А то вот я вот у нас в Казахстане вот так вот борщ варят. С остатков. Берем паприка. Ох, какая она. Эх, замечательно все. Запах. Прямые поставки из Узбекистана. Все. Перемалываем. Капусточка пошла. Самый главный ингредиент борща. Отправляем капусточку нашу. И опять жарим. Берем на глаз жменьку соли. На глаз, все на глаз. Берем приправу. Гвоздика. Ну, калиандр, ничего. Не рекламируй, блин. И сколько?
Хватит. Теперь запуливаем внутренности. Что-то я там не больше, на солянку больше похоже. Больше кружки не нашлось. Будьте с нами. Берем. Берем водицу родниковую. И что-то мне кажется, 5 литров для борща хватит. В самый раз слегка взбудоражим борщичок наш. О! Щи! Хоть полощи. И накрываем. Добавляем зелень. Поворачиваем. Красиво выглядит. Вот, братья мои, украинцы, смотрите, как мы в Казахстане борщ едим какой. Будьте с нами 5 минут, он сейчас зелень даст свой этот, и 5 минут за стол. Будьте с нами. Борщ. Азиатский. Азиатский. Готовый. Готов. Ну тут я говорю. О, зрел, поспел. Респект. Настоялся. Я не знаю. Борщ, солянка, как это называется. А какой он настоится завтра будет? Неделю есть будем пить. Вот, пожалуйста. Посмотрите, какая... Щи! Смотри, Ваня, какая у нас ложка. Борщ. Смотри, Ваня. Она может вот так. Борщик. Хоп! Есть ложка. Смотри. Пошел. Сейчас на пробу. Хоп! Как любой борщ, добавляем сметаночки. Здесь вот вчера, я же говорил, брат Камал сделал нам ладжанчику. Ладжан добавляем. Ну и традиционная наша проба. Борщ украинский. Сникерс. Посмотрите, сборная какая соляночка. И мясо, и... Давайте название борща дадим. Конкурс на лучшее название. Будьте с нами. Видели, да, какой тазик был борща? Вот что осталось. У меня все по-честному и без обмана. Там невозможно обогнать. Катаются на баге. Это
собаки. Рядом с соколом. Здесь проходят. Гонки. Или как? Соревнования по дрифтингу. А тут детство приличного.